Мы опять достали теплое одеяло. Привет всем. Всем приветик. У нас до 20 градусов, и на этой неделе даже опустится до плюс 18. И вечером холодно, я так вам скажу, что я тоже буду доставать свое теплое одеяло. Прохладненько мы замерзаем. Кики вышла, вот она Кики, ребят. Кто спрашивал, все хорошо, жива, здорова. Она стала кусаться, да? Ага. Она кусаться стала, никогда раньше не кусалась. Я ее взяла в руки, взяла, она ее кусается. Такая вредная стала. Кто? На старости лет. Кики, кто еще? Такая вредная стала. Бонни хочет его есть. Ты используешь тренажер как вешалку для панамок? Ага. Угу, хорошая идея. Мама! Маргоша сделала перестановку. Кто еще не видел, можете перейти на ее канал, посмотреть, как она тут. Кстати, вот она что сделала. Вот этого у нее нет в видео. Она сделала себе такой вот шкаф, коровка. И цвета такие, да, радужные. Вырезала из бумаги. Просто нарисовала, вырезала и приклеила на скотч двухсторонний. И как всегда, когда Маргарита делает перестановку, Каролине тоже надо. Обезьянка. Так, сегодня уборка. Сегодня уборка будет в комнате. Но я не буду делать прям такую глобальную перестановку. Я просто кровать поверну вот к этой стенке. Вот так вот ее разверну, чтобы она выдвигалась в эту сторону. Все, давай пылесось. Вон там. Там кровать будет стоять, там пылесось. У меня монетка. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers, feel like we're far apart. Stripping down эту полку с игрушками, Макс, как будет открывать? Вот, я тебе сказала. Нет, я тебе сказала же, что у вас такая кровать, что очень сложно вот возле нее что-то ставить. Могу вот эту просто полку вот так вот повернуть туда, к стенке, и все. Вот эту полку на ту сторону. Я не знаю, если она не поместится. Каролин, надо убрать лишнее, а то упадет это все. Уборку. А это... Да, теперь на столе у себя убери. Да. Давай стаканчик это уберу. Это все прибери по местам. Нравится? Да, да, нравится. Довольна? Да, да. Я свободна? Все, я пошла дальше убирать. Мы на этой неделе уже будем собираться, то есть не собираться, а готовиться к школе. Потому что у нас осталось, получается, 2 выходных, ага, чтобы подготовиться. Суббота, это суббота, и следующая суббота, либо пятница только. Mm-hmm. Вот. Вы должны перебрать свою всю канцелярию, посмотреть, написать список, что тебе нужно, чтобы лишнего не взять. Маргарита заказала себе новый рюкзак. Наверное, в пятницу приедет. Да, на следующий день он. На следующей неделе он уже приедет, но там. Ты на свой канал, да, будешь снимать уже, как ты будешь собираться? Рюкзак собирать, да, будешь. Вот. Ксюша хотела купить рюкзак, но почему-то ванс, она хотела ванс в клеточку, который был в прошлом году, помнишь? В Золанду. Его не пошло? Его нет. Вообще там вообще никакие вансы сейчас, только 3, но они ужасные вообще. Один розовый какой-то. Ксюша хотела ванс купить в клеточку. Надо в магазинах искать. Может, она тоже не купит вот такой ванс, как у меня есть. Mm-mm. Не хочет она такой, который у тебя. И будь здорова. Спасибо. Все тебе сейчас напишут, будь здорова.
Заранее спасибо. Пиши список, то, что тебе нужно. Так, что нужно Маргарите? Ну-ка, читай. Синтез карандаши. Это ручка. Ручка? Чернила для ручки. Да, простой карандаш. Простой карандаш. Это сумка для спорта у тебя есть? Нет, это турншуэ. А, турншуэ. Ну, я не знаю, если... Спортивные померия, они тебе как раз, может быть... Какие? Так, спортивные штаны для спорта, да? Угу. Ну, это у тебя есть? Слушай, я не знаю, что мне одеть. А это что такое? Аусухен вас... Ага, это посмотреть потом, что я буду одевать на мой первый день школы. Это все, что нужно, понимаете? Вообще ничего не нужно. Мама! Очень мало. Можем, потому что у меня есть. Пенал у тебя есть? Миллион. Да. Новый купила. Собирать все рисовать. А! Вот так. Будем вытягивать три цвета. Три маркера рисовать. Три маркера челлендж. Ну тут он просто будет. Я готовать! Ага. Я. Давай, выбирай три. Один. Два. Да он не видит. Три. Все. Я вижу тут. Нет, я не вижу. А, у меня коричневый, желтый и оранжевый. Да. А вот здесь такие дорогие кипосты. С этими цветами должен рисовать. Ксюша выбирает. Да. Ой, Ксюша, уехали. Давай, все смотрим. Три. Раз, два, три. Все. А, еще. А, все, выбрала. Это черный, по-моему. Да, это черный. Фиолетовый и синий. Каролина, выбирай. Тут у нас только один черный. Давай, надевай. Глазки закрывай, пониже опускай. Три один, только. Два. Стоп! Три. Все. Синий, оранжевый, красный. Так. Что я сегодня буду готовить? Готовить я буду грудку индейки. Как всегда. У нас всегда есть грудка индейки. Так, салатик вот такой. У меня перчик. Есть у меня огурчик. Без листьев салата. И сварю картошку. Либо пюре сделать. Что вы хотите? Пюре или просто картошку сварить? Пюре. Ну, все, ладно. Я просто не хотела картошку чистить. Я бы не хотела картошку чистить, но ладно. Да? Так, и что еще? И все, и грудку индейки. У меня еще есть грибочки, я отдельно пожарю грибочки для папы и для меня. Ну, в общем, для тех, кто едят грибы. Al lado tuyo, solo contigo, mi amor. Extraño tus labios y tu mirar. Piel morena hermosa, olor de mar. Oye, costeñita, te voy a besar. Al frente de la playa, qué buen lugar. Momentos tan ricos para recordar. Es que todo contigo es tan real. Hay cosas que no se pueden contar. Que a los suegros no le van a gustar. Пошел дождь. Так, всю картошечку я все-таки решила почистить. Я не буду пюре делать, просто я ее так сварю. Ксюша режет грибочки. И буду жарить на сливочном масле. А потом сливки добавлю. Мама! Это я, это буду кушать, мам! Я на сабана ло сабиан, когда эта бока гритаба Ave María. Contigo se sueña de día. Sabes pa' qué venía. Nadie más, no eres como las demás. No es porque estás aquí. Pa' ti sin mentiras. Yo lo sé, mamá. No eres como las demás. No me importa nadie más. Solo yo quiero a ti, de ti, de ti. Enamorado. Замарину ее быстренько грудку индейки и поставлю ее в духовку. Макс, выключи вот эту. Это что за музыка? Что за музыка? Выключи. И поставлю в духовку. Грибочки почти готовы. Я сейчас залью. Осталось залить сливками. И картошка варится. Вот так вот сейчас полежит, немножко помаринуется, хотя бы минут 10-15. Здесь у меня соус курьи, сок апельсина и горчица.
Сейчас немножко помаринуется, полежит. Я тут на пиано учился. Смотрите. И это все. И так учился я. И теперь пойдем мамы. Вот туда. На, мам. Вот мама. Смотрите. Вот мама что-то делает. Готово. Картошки. Тут. Любишь картошку? Да, люблю. А почему смесь? А чё? Потому что я масло туда закину. А, да. Чтобы оно все перемешалось. Ну как же бьюты? Ну как же бьюты? Вот это вы уже видели. Вот коровка. А вот мы сейчас сделали вот это вот такие вот смайлики, которые растаяли, по-моему. И вот цветочки. Так, ну что вы тут наделали? Она зеркало красит. Ты чего? Художник? Тебе мало шкафа? Посмотрите, что она сделала. Шкаф разноцветный, с цветочками, с какими-то там сердечками. Да. Теперь она перешла на зеркало. Коровка. Салатик я приготовила. Здесь огурцы, помидорки, перец и лук. Еще добавлю. Либо масло, либо соус специальный для салата, не знаю. Либо грудка индейки тоже готова. Грибочки. Картошка. Сейчас будем кушать. Марго! Ты что полный рот набиваешь? Подавишься. Нормально кушай. Мы берем вот такой соус острый. Называется пири-пири. 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 Классный он, остренький. Чили. Пири-пири. Вот это вот мороженое фисташковое. Вкусное. Когда мы были возле озера, я ела такое же мороженое. И оно мне не понравилось. Фисташковое. Я про него забыла уже, что вообще он у нас есть. Вот этот вот маленький MacBook. Я не знаю, что с ним случилось. Не работает? Короче, какие-то часы дурацкие. Вот же нормально. Встают. Что за май? Переустановить, мне кажется, его нужно. Какой-то дурацкий май. Он тормознул. Мне кажется, он остался в прошлом. Открыть настройки, да, ты. Папе, покажи. Мама, почему не помогает? Где? Не, серьезно, смотри, Маргарита, сюда бы поместились две кровати, шкарами, да, Ксюша? Да? Мы так подумали, что вот сюда поставить, подвинуть кровать Маргариты, кровать Ксюши, и они бы вместе опять спали. Как раньше. Когда бабушка приедет. А бабушку в комнату Ксюши, и все. И тогда не нужно ни Макса, ни Каролину переселять, эту мебель не двигать, ничего. Осторожно. А почему у тебя всегда такой зелененький? Ты что, ты всегда грустная? Не, потому что зеленый мой любимый цвет. А я всегда грустная, потому что у меня всегда пинг. Пинг. Мама дома глаза. А он делает. Боялась, надо. Давай, кидай. Давай, кидай. Марго. Снимочка, поснимочка. Сейчас папа ругать будет опять. Нет. Все, ребят, все, спокойной ночи. Маргарита, папа будет ругать. Не надо, пусть он спит. Он тут. Выходит. Он сразу выходит, да? Как только его зовешь, он сразу выходит. Маргарита,
Нужно спреем побрызгаться. Не надо, мама. Тут реки. Нет, мама. Чикарова. Да не буду я на реки брызгать. Подумай. Подаю. Вытираю очень рейн. Балерина. Подымай. Фу, воняет. Он сейчас съест ресницы. Он, Леди, как за это, за глаз. Реснички сейчас ей отгрызет. Там же лак. О, когда ты его отпускаешь, он так... Он вообще ленивый такой, да? А кик так. Ему нужно купить мячик вот этот. Да. Засунуть в мячик, чтобы он бегал. Жутик будет с мячиком играть. Ой, в глаз-то ему не надо. Это Макс. Не надо мне. Дядя. Нет. Драй. Ой, ты маленький. Ты что, упала? Нет. Я палки доставала, потом ударилась. Зачем ты вообще их убираешь? Стояли бы они там, да и все. Ну так неудобно заправлять. Ай, подвернула края, да и все. Ай. Вот каждый раз она достает с кровати под кровать. Пока. Ксюша, пока. Бай-бай. Шкафу маленький.